ничего не могу найти. Да, я к маму пошла. На ее бабушку похоже. Что, прыгай? Боксер, тренер. А? В Сенджере живет. Олежек. Я ему делала, я ему давала тортик, ему справила день рождения тортик, одну колу двухлитровую и карпа зеркального. Я всю пенсию на него потратила в январе. Круто, да? Мама. Папа меня ругал, но я никому ничего сказала. Я сказала, я папа. Есть, но такие тоже любят. Да, меня уважают. Да? Когда я слушаюсь, они меня любят. Я слушаюсь. Просто попить. Они уже в возрасте, да, тоже? Да, 72 года папе. И маме 71, будет 30 ноября. Приходи к моей маме, держи день. Хорошо. Я маме сейчас всегда помогаю делать салатик. Давай. Он погиб, и его никто не спас в озере в Новосемерке, прикинь. Что, утонул? Олег там следит за шашлычками. Что, он утонул? Да, пацаны испугались трудностей и убежали. Сейчас вот. Я. Давай. Больше! Еще раз! Нет. Удачи тебе! У тебя есть жена? Конечно. Слава Богу. А дети есть? Работала, когда сутки через сутки на Кривулянах отвезла дочку, Юрка нас пригласил. Он мой парень. Я няня. А? Я няня, у меня свои есть воспитанники, туза детей, а туз в футболе, по футболу он спонсирует футбол. Слышал за такое? Ну, слышал. Ну вот, я у него няней работал. Да? И его дети и моя дочка встретились в пионерском лагере. Я его недавно встретила, Сашу младшего. Правда, у нас была любовь, но это никого не касается. Вот я ему свои силы отдал. О! О, уже лучше. Солнце жарко очень. Нормально. Я летом плохо себя чувствую. Вода есть у тебя? Не, нет. Там у нас внизу. Ну идем вниз. Сейчас пойдем. Все, поставлю. Я тоже поставлю, я записываю. Когда батя не слушаюсь, а он нас закрывает. Я заболел. Сейчас, сейчас. Давай. Отойди в сторону. Я не могу. Да понятно, но он забил, нахрен надо. Забил, он проехал. Эй, проехал, но он не контролирует тогда воздух. А, ну да, надо подальше. Лучше да, стой там чуть. Хорошо. А я молилась, я когда иду в кроссовках, я прохожу мотокросс. Вот вчера были соревнования, я шла домой. Где? Вот здесь, вот так по дорожке. Смотрела там пацаны. Да, были. Ну вот, наверное, меня видел. Наверное. Я шла здесь. Одевает у нас один размер. Обе стройные. Она сейчас в меня этом, пошла. Туда. Она в меня пошла. И отец тоже был такой. Смотри, смотри. Давай.
помогать им. Я в духе сижу и своих там этих девчонок ставлю на место, чтобы они... А есть там которые вообще... Вообще есть такие дурные, пиздец. Вот эта Мария, такая больная, пиздец. Но она очень хорошая, она мне под... она снимает мне грехи, я к ней прихожу. Она тоже 29-м уже. Я только от нее придам, приехала. Батюшка Геннадий. Не Геннадий, а этот. Все. Да. О! А я же бухает, мой парень, такой алкоголь, мы захотел уже. За одну неделю папа подарил комнату. И одеяло, и подушку, и плед подарил. А он бухает очень часто. Мы вишневку с батину выпили. Я сама умею делать вишневку, паску, торты, пиццу, шмиццу. Вот в понедельник, завтра иду в 9 утра сказать. То я 5 лет к нее страдал. Да? 6 лет. Я молилась Богу, чтобы мне послала Бог работу. Сейчас. И вот мои слова. А давай, давай. Большая радость, встретила своего бывшего парня. Да? Он в тюрьме сидел и Все. Там восьмого.